я нашла ее, но она как листок бумаги вся извивается, волнуется. Вышла тонкая копия, голограмма впереди. Хорошо, берем голограмму отдельно или с ним? Нет, вместе. К ней. Понял, защищаем физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Дацию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Дации поднимайся в комнаты диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Да, мы на месте. Мы приветствуем Дацию, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе. Наперед сеанс. Она доверит. Хорошо, я даю команду сканеру. Сканер отключает сейчас эту голограмму до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора, подключки и выводит из биоробота вместе с этой голограммой. Пошел процесс. Готово. Отлично. Я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой, Дации под ногами, 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. У меня демон. Демон, хорошо. Вышел первый, он курит. А что он курит в нашей комнате диагностики? У него такой длинный, как мундштук, как называют. Мундштук так и называется. Считай цифру у демона над головой. 14. Твоя голограмма, демон? Нет. Хорошо, ждем дальше. Инсектоид, рептилоид. Сколько греев? 2. 2 грея, хорошо. Арахноид, все. Итак... Грей с рептилоидом. Что это за голограмма? Подожди секунду, меня демон так отвлекает. Он превращается в мужчину, потом опять в демона. Снимаются маски и голограммы. Демон пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Он говорит, что я здесь. Но кроме нее я еще подключен к другим. Членом ее семьи? Демон, Нет, хорошо. Я надеюсь, ты понимаешь серьезность той ситуации, в которой ты сейчас... Он понимает. Хорошо, поэтому я надеюсь на твою кооперацию. Итак, у тебя есть контракт с ней? Нет. Хорошо. Сколько ты находился в этом биополе? 1 год. На что зашел? Он говорит, что к ней легко подобраться. У нее есть определенная глупость, наивность. Ну, как твоя подключка? Жадность. Жадность, понятно. Как твоя подключка? На что ты зашел? Какая частота тебя притянула? Она слабая, вибрации низкие, я зашел повеселиться. Понятно. Хорошо. Ты знаешь что-нибудь о ситуации, которая была 2 месяца назад, когда какой-то там житель в ее доме был или квартире, и какая-то странная энергия у него была? Это не связано с тобой? Она ее как-то накрыла, эту энергию? Мультики ей показывали другие. Космические? Через голограмму. Понятно. Они, кстати, в доме тоже, рептилоид и Грей. Что вы себе позволяете, рептилоид и Грей? Сколько вы находились в этом биополе? И что это за эксперимент? Я жду ответа. Они с ней 4 года. Дай команду на каналы. Хорошо. Начнем тогда с реверса энергии. Ты думаешь, мы кого-то еще не вытянули? Сейчас проверим. Если это так, сегодня очень кто-то сильно пожалеет. Я даю команду тонкой копии Дации спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкоэбрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкоэбрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Дации. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Она какая-то тяжелая. И канал выстрою к этой голограмме. И выстраиваю канал к этой голограмме. 1, 2, 3. Прямой канал от Дации. Реверсом отдаем в эту голограмму весь негатив, который она получила от этой голограммы. Пошел поток мощный назад. Да, будет так, и так и есть. Итак, рептилоид с Грейми. Какая цель вашего эксперимента была? Банальный отсос энергии или вы что-то большее делали? Они от голограммы ей поднимали какие-то вибрации в области сознания и подсознания. Зачем? Экспериментируя, вся эта информация через голограмму шла на платы, которые установлены в доме. И вот эта тяжесть сейчас уходит в эту голограмму от нее. И чем это обосновано? Рептилоид с Грейми, у вас есть контракт с ней на эти эксперименты? Нету контракта. Хорошо, считай информацию, сколько процентов голограмма забирала энергии. Пошла информация.
Они искажали информацию 60%. То есть в обе стороны был реверс. Забирала одну энергию, давала другую. Тяжесть вот эту давала. Ну хорошо, 60% рептилоид с Грэмми. Я не знаю, я заберу у вас сегодня 60%. Надо ж реверс как. Закончился. Надо ж как-то этот вопрос решает рептилоид с Грэмми, или как вы думали? Или может вам предложить другой вариант, которым вы можете окупить это 4-летнее воздействие на нее? Живая плазма, шар появляется в моих руках. Кто хочет получить? Грей на рептилоида показывают. Ему дать, да? Рептилоид тебе они говорят дать, да? Твоя идея была, значит? Мы только осуществляли отключки. А кто воровал эту энергию? 60%? Голограмма. А так это голограмма виновата, не вы, оказывается. А кто ее установил, эту голограмму? Приказывал он. Они исполняли. Я задам вопрос Даци, как она хочет с тобой поступить, рептилоид. Финал ты видел. Убирая плазму, входит в меня. Идем дальше. Фильтры мы установили, Ира? Нет. Вот я так отвлекся. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Даци забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Даци себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилию все в 50 раз. Сколько арахноид находился в этом биополе? 5 лет. Сколько находился инсектоид в этом биополе? 2 года. Из присутствующих только рептилоид и Грей присутствуют в квартире, да? Арахноид присутствует. И арахноид. Хорошо. Подожди, и демон тоже есть. И демон есть. Хорошо. Закончился реверс. Отлично. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, вытаскивай все свои иголки, все, что ты оставил, ничего не забывай. И возвращайся в клетку, докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если ты что-то еще оставил там или забудешь, ты сгоришь просто по каналам. Я тебя предупредил, приступай. Это касается всех. Он у нее рассматривает со лба паутину вокруг головы. Давление у нее какое-то было. В висках, лоб, затылок. Он все собрал. Хорошо. Так, рептилоид, дай команду Грэм, пусть выходит, снимает полностью эту конструкцию, ничего не забывает. И смотрите, Грэй, если вы там что-то повредили в тонких телах, я вас накажу. Да, готово. Хорошо, инсектоид, у тебя есть инкубатор? Да, есть. 1 или 2? 1. Хорошо, выходи, вытаскивай свой инкубатор, все крепления, все свои энергии, ничего не забывай, не оставляй следов. И возвращайся назад, приступай. Готово. Хорошо, демон. Что ты оставил в ее биополе? У него типа воронки, что-то там такое, как подставка. Он весь негатив туда стягивает. Хорошо, лярвы есть в биополе? На голове. Хорошо. Хочешь получить их? Да. Давай тогда выходи, вытаскивай сначала все, что ты оставил. Доложи мне на месте, что ты все снял. После этого дам отдельную команду. Приступай. Он отключил эту как подставка такая, типа воронки, но она не крутится, просто подставка. Утяжелитель, да? Утяжелитель и сборник еще. Сборник. Негатива. Достал? Хорошо, разрешаю тебе забрать лярву. Забирай. Готов. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Демон, скажи мне, ты один в доме или там еще есть кто-то? А он не в доме, он на улице. Поставил. А он на улице. В нескольких местах сетки. Хорошо, мы будем сегодня дом и улицу чистить, поэтому если я там буду собирать негатив, он тебя интересует. Да, интересует. Хорошо, все, что во дворе, я тебе отдам. Эмоциональный фантом хочешь? Да. Выходит эмоциональный фантом Даци, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие вибрационные эмоциональные энергии, сгенерированные, проецируются на ее эмоциональном фантоме. Мне черный фантом такой вышел. Черный фантом. Вы готовы с ним расстаться, Даци? Это все ваши энергии. Вы сами их произвели. Готовы. Отлично. Сворачивайте энергии в шар. Демон забираешь? Да. Отправляю демону. А вот это он и пытался. То есть это он наработал большинство из этих эмоций, что вышли. Не зря старался, говорит. Все относительно, конечно, да.
Все забрал? Да. Хорошо, значит, демон, я тебя сейчас отпускаю тогда в Doom. Рептилоиды игры и арахноиды идут в другой портал. И открываю в Doom Дацы портал 1, 2, 3. И демон уходит в этот портал. Дожидается нас там, собирает все, что он раскидал. И дальше, как договорились, закрывая, печатаю, растворяй. Готово. И открывается второй портал в квартиру, в Doom Дацы. И в этот портал уходит рептилоид, два грея и арахноид. Все собирает, все снимает, ничего не забывает, дожидается меня там. Я прихожу, проверяю, отпускаю. Они ушли. Закрываю, печатаю, растворяю. Они ушли в дом, а демон на улице. Хорошо, поехали дальше. Эмоциональный фантом мы убрали, значит, поехали по частотам. Есть. Хорошо, Дацы, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она довольна. Отлично. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Наш администратор даст вам инструкции, как дальше заправлять себя энергиями, и этот сеанс у вас остается. И сразу переходим к чистке вашего дома. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Дацы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Когда она говорит «довольна», это значит, она довольна жизнью, всем, что ее окружает и устраивает. Она именно чувствует, что она довольна. А, хорошо. Это ее гармония. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта. Дом ты видела. На счет три ты стоишь перед входной дверью дома. Дацы. Один, два, три. Ты перед входной дверью. Да, я здесь. Отлично. Входи в дом. Я даю команду на счет три и устанавливается в одной из комнат. Установилась клетка. Хорошо, поехали. Арахноид, рептилоид, два грея, бес и три воронки. Под воронками открывая портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. А арахноид все собрал? Все собрал. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Рептилоид с греями все собрали? Да. Готовы уходить? Готовы. Больше не приходите, все понятно? Да. Открывается наверху два портала, один на частоте рептилоида, один на частоте грея. Рептилоид уходит в свой портал, грей уходит в свой портал. Закрывая, печатая, оба портала. Растворяй. Готово. Хорошо. Бес. Давно здесь? Считай цифры у него над головой. Восьмерка. Около 3 лет он. 3 года. Хорошо. Я предлагаю тебе следующий сейчас вариант. Ты выходишь, во-первых, собирая все, что ты раскидал в этой квартире. После этого мы пройдемся с тобой по квартире. Ты мне покажешь порталы. Я их закрою. После этого я соберу весь негатив в доме и отдам тебе в дорогу. Устраивает. Отлично. Тогда начинаем. Выходи сначала, собирай все, что ты оставил. Все, что раскидал, комочки, сеточки, одеялки. Сам знаешь, что. У него много. Хорошо, бес, ты можешь мне объяснить одну ситуацию? Было время недавно, когда Ильза ходила с очень странными такими глазами и даже свою мать не узнавала. Ты можешь мне объяснить, что это за воздействие было? Он наверх показывает. Это плата рептилоида. А, они их включили на полную мощность. Понятно. Все, хорошо. Голограммой, которая у нее стояла. Отлично, хорошо. Значит, заслужил ты уже свой негатив. Он собрался. Отлично. Пошли по дому. Показывай мне портал, я их буду закрывать. А, значит, на лестнице портал здесь, в стене. В стене, там, где лестница внизу под... порталом открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Пошли дальше. Зеркало. Где? А в ванной. Под зеркалом в ванной внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, все частицы портала, все уходят на переработку в чистую первичную энергию. Идем дальше. Спальня какая-то, кровать стоит, вот за ней портал. Хорошо, под этим порталом в спальне в стене
Открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, все частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Дальше. Коридор. Весь коридор или пол? Или что-то? Пол в коридоре. По всему периметру пола в коридоре открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, все частицы портала, все уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Все. Все. Возвращаемся к клетке. И я даю команду на счет три. Эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувства. Пошел процесс. Мысли, эмоции, чувства, они такие ощущаемые. Прям нитями негатива летят. Собираются, да. Серость. Готово. Отлично. Большой шар космический. Большой. Меньше, чем чувство. Под космическим открываем портал в галактическое ядро. Космический уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, бес, забирай шар. Да, он забирает. Отправляю бесу. Да, есть. Хорошо, готов уходить? Готов. В этом доме я все будет закрыто, поэтому найди себе новое место обитания. Понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Клетка пустая. Да. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. И я даю команду на счет три. Есть. Отлично. Мы закончили. Отключаемся от этого дома и поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем.